Добрый день, утро, вечер, а может быть даже и ночь! Знаете, всегда Годзилла, и сегодня я продолжу строить наш зоопарк в Майнкрафт. Что ж, в прошлой серии я сделал, в общем-то, вот это, да? То есть, если в первой серии было мало чего, то в прошлой уже побольше. Я в этой серии буду строить вольеры. С чего мне начать? Начну, пожалуй, с самого простого. С зебр. Зебры — это самая простая тематика для вольеров, поэтому почему бы и нет. Так, в первую очередь нам понадобится... А, тут есть каменные кирпичи. Вот так нужно застроить низ. Нужно прокопать слегка. Ой, там уже слегка накосячил, ну да ладно. Так, можно еще будет оставить песчаную корочку, такую небольшую. Да, как вы слышите, на заднем фоне играет музыка Майнкрафта. Я решил все-таки ее включить, в принципе. Да, это авторское право не наложится. Да. Очень хорошо, кстати. Это не ругаю тебя за использование музыки из игры. Знаете, это иногда бесит. Какая моя любимая музыка из видеоигр, то я бы ответил. Музыка из Майнкрафта любая. Так, значит, нужно прокопаться вот здесь. Так. Ой, блин, сейчас... Вот так. И просто
другой из зоопарка не сбежи. Блин. Как это слишком легко сбежать. Через пол серии буду гоняться за гребаными зебрами. Стой! Стой, зебрятина! Короткая серия выходит, построю еще один барьер. Во. Так, даже не знаю, как это все организовать. Так, значит, давайте-ка я сейчас возьму снова нашу каменную ограду и размечу. Не, сначала можно взять. Ну, камень. Так. Ага. Все выходит неплохо. Сейчас вы догадаетесь, для кого вольер я строю, но знаете, он получается таким не маленьким. В принципе, уже наш зоопарк начинает обретать хоть какой-никакой, а внешний вид. Теперь он действительно выглядит похожим на зоопарк. Так, теперь нужно сделать водичку. Сейчас тут пророю ров, в котором будут купаться обитатели вольера. Ну и потому, что этот вольер находится в Африке, вы уже, думаю, догадались, что речь пойдет о нильских крокодилах. Да, действительно это так. Значит, вот тут будет водоемчик у крокодильчиков наших. Так. И тут. Ага. Сейчас воспользуюсь. Ой, блин, я взял сосну. Мне нужно болотное дерево. Да я только использую один мод. Так. Ай. Во. Болотное дерево. Угу. Так, теперь нужно другое, повыше. Которое такое низкое. О. Во, хорошо, хорошо, хорошо идет дело. Так, теперь воспользуюсь еще одним модом. Так, где тут? Swamp. А, Swampland. Вот, теперь. Вот, просто заболотим все. Вот, все.
Заболотку у нас тут. Так, думаю, стоит поставить землю, потому что это все-таки давно болото. Да. Вообще классные моды. Вот, собраны. Так как это болото тут не должно быть. Ой, тут уже начинается. Без... Вот, пустынка была. Так. Отлично, отлично. Все идет по моему плану. Блин, да что с вами будешь делать? Во, во. Так, теперь давайте сделаем воду тут. У меня как раз тут есть водичка. И возьмем сейчас яичко нашего крокодильчика. Так, где тут крокодильчик был? Ага, вот и крокодильчик. Пока крокодилов не буду селить, пока не сделаю вольер. Ой, уже тут переборщил. Так. Во. Ну, знаете, выглядит неплохо. Ой. Вот так. Так гораздо лучше. Вот. И теперь заполним парочку крокодилов. Ой, крокодил умирает. Вот, теперь-то... Блин, крокодил, чё тут все... ...поумирать. Вот. Думаю, трёх крокодилов будет достаточно. Так, опять же, нужно к ним провести дорожку, чтобы посетители могли спокойно на них смотреть. Ну, и все, кто скачает эту карту. Блин. Так, значит... Дорожка должна идти вдоль вольера. Так. Ну, какие же классные модельки все-таки в мокрой. Да, умеют люди создавать модели. Точнее, один человек умеет создавать модели. Оглядываясь на нынешнее состояние зоопарка, но тут места еще много, так что можно еще животных поселить. Так, ну думаю, что на этом наша первая, наша третья часть подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, увидимся в новых выпусках. Всем удачи и всем пока!